Неспроста я говорил буквально минут 30 назад, что сегодня мы отмечаем Международный день суши. Итак, у нас в гостях шеф-повар японской кухни Алтай. Алтай, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Итак, доброе, ну что, доброе. Давайте так, что вы нам сегодня приготовили? Я вижу, здесь уже очень много всего. Сегодня я приготовлю Филадельфию, один из известных роллов, и сделаю что-то новое, овощной ролл с авокадой. Отлично. Итак, в прямом эфире мы сейчас будем готовить всеми любимую Филадельфию и посмотрим, как это происходит на самом деле. И что-то новое мы сегодня приготовим, новый овощной ролл. Так, с чего вообще начинается приготовление суши и роллов? Ну, у нас в основном идет основа рис. Самое главное, рис правильно переварить. Так, а как его правильно варить? Что там? Ну, смотрите, рис добавляем один к одному воду, и соус мицукан идет. А в мицукан мы добавляем сахар, соль и водоросли комбо, чтобы вкус был намного слаще. И на этом уже рис готов. Потом чтобы не переварить, сколько нужно его варить? Готовить нужно 45 минут ровно. Так, отлично. Окей, рис у нас готов. Что идет дальше? Дальше у нас идет водоросли нори. Такие. Ну, уже сыр, лосось, огурцы. Вот. Отлично. Так, ну, по ингредиентам понятно. Давайте с технологии. Давайте приступим. Что идет первое? Первое, мы берем рис. Так. Обязательно его комковать, да, нужно? Да, чтобы не разваливался. Так. Смотрите, да. Самое главное, когда мы делаем ролл, мы должны равномерно разложить, чтобы у нас был не то, что такой, да, чтобы был красивый и вкусный. Вот видите, только аккуратно, не давим на рис, самое главное. Как у вас профессионально получается это сразу? Так. Как давно вы занимаетесь этим делом? Я занимаюсь уже 9 лет. Обалдеть. Вы настоящий самурай в мире суши и ролла. Вот, смотрите, перевернули, можем сыр положить. Давайте. У нас целая ведерко сыра. Да. Это творожный сыр, правильно? Да. Так, а почему мы кладем на обратную сторону нори, то есть не на сам рис? Ну, на сам рис не получится, это потому что, внешняя, видите, да, да. А нори, он как бы все это сдерживает. Все, понял. Ну вот вы как мастер своего дела, скажите, какой вид самый популярный, что чаще всего заказывают? Чаще всего это запеченные роллы и жареные роллы. Я думала, вы скажете Филадельфию, потому что я всегда, не знаю почему, куда бы я ни пришла, везде обязательно есть Филадельфия. Смотрите, да, огурцы мы должны обязательно нарезать. Вот. Так, мы... Ага. Вот. Крайние части, да? Да. Так, и режем на ровные дольки. Да. Меня почти не видно, но... Я потом пересмотрю. Оу. Так, теперь нужно выложить возле сыра это все. Да. И скручиваем теперь. Смотрите, чтобы аккуратно, чтобы вот у них между связкой что было. Ага, чтобы лист зашел сам на себя. Да. Вот видите, у меня все вот ровно. Могу теперь вот скрутить аккуратно. Также не давим. Если будем давить, то пресный рис никто не любит. А вот я еще видела такие треугольные формы. Для того, чтобы получился у нас треугольник, как нужно правильно собирать? Нет, также собираем вот треугольную форму, придаем, да, все на этом. Теперь смотрите, кладем лосось. Так, ровными пластинками. Правильно, на рис. Так. Ну, примерно, если 50 грамм положить, я думаю, в самый раз будет. Ты даже чувствуешь уже этот запах? Да. Запах рыбы. Я чувствую запах огурца. Свежесть. Свежесть огурца. Да. Не срывая с грядки. Итак. А вы чем-то предварительно смазали вот эту пленку? Или только здесь пленка и сама сетка? Как правильно называется вот это вот? Макисони. Макисони. Какое красивое название. Вот, теперь мы нарезаем на 8 кусков. Давайте я вам помогу.
Я всегда мечтал попробовать вот ролл большим куском таким, да. Знаешь. Да. А мне всегда было интересно, вот сейчас там наверняка останутся у нас попки. Попки? Да, нет, попки не, я... не остаются, да? Попки я не стал откусывать. Нужно откусывать. Да. Я потому что я видела всегда вот эти, я не знаю, почему мне попадают сейчас такие видео, а, очень короткие, и там вот, например, остаются кусочки от основной части, и обязательно их кто-то выбрасывает почему-то, вот. Кто-то доедает. Красота. Так, ух ты. Классно. Вы так сразу и сложили. Сразу сервировка. Уже сразу это можно пробовать. Да, конечно, пробуйте. Сразу попробуем? Ну что, смотри, Даш, держи, это твои палочки. Так, Алтай, держите. Моя любимая. Моя любимая часть. Мне кажется, ради этого мы живем здесь. Итак, ну что, пробуем? Пробуем, да, давайте одновременно. А то мне будет неловко. Итак, а как правильно есть суши-ролл? То есть у нас есть еще соя, правильно, соевый соус, у нас есть имбирь. И васаби. Васаби у нас еще есть. Ага. Так, расскажите, как вообще правильно? Потому что я знаю, что японцы очень привередливо относятся к тому, как правильно их употреблять. Смотрите, соевый соус для начала я вам покажу. Давайте. И съем. Давайте. Вот, и вам да, так. Макаем не сильно, а вот чуть-чуть, чтобы... Вот, самое дно. Да. Имбирь мы кушаем для того, чтобы сбить вкусы, да, после Филадельфии мы можем попробовать, например, запеченный, да, чтобы понять, какой он на самом деле, мы должны перекусить имбиря, и уже следом другой ролл. А васаби у нас, я слышал, что где-то у них бывают личинки, и поэтому убивает... Личинки, то, что мы кушаем. То есть для дезинфекции, для обеззараживания? Да. Вот, после этого уже ролл готов. Можно кушать. Так, ну что? А я думала, что это все для того, чтобы придать вкус. Можно у меня вопрос? Смотрите, чаще всего я вижу такой розоватый имбирь. У нас сегодня здесь белый. Чем отличается вообще? Смотрите. Розовый, это он у нас крашеный идет. А белый уже как бы естественный. То есть у нас прям натуральный имбирь. Да, сегодня. Натуральный имбирь, вот. Не крашеный. А вообще, если, допустим, домой покупать, лучше брать вот такой белый или красный? Белый. Белый. Ага, отлично. Итак, ну что, смотрите, получается, по вашей технологии мы берем ролл, макаем самое дно, чуть-чуть буквально. Так, дальше начинаем есть. Ну, без лишних слов. Это очень вкусно. Да. Ну, у нас сейчас суши же популярно стало очень. Многие. Действительно, мне кажется, ни один праздник почти не обходится без. Да, когда везде много. И я тоже очень люблю наши эфиры. Я очень люблю нашу работу, наши эфиры, наш телеканал. Наших гостей. Да, я вижу операторы там за камерами. Завидуйте. Немножко под ними слюна протекла, весь пол затопили, да, но парни, мы вам оставим обязательно. Да. Итак, окей, мы поняли, как есть, мы поняли, как готовить Филадельфию, но у нас здесь еще есть авокадо. Ну, я сейчас еще приготовлю. Что-то овощное, да, у нас? Да. Давайте. Давайте мы, наверное, освободим место. Давайте, вот да. Давайте съедим все. Все-таки давайте наших операторов мы сейчас накормим. Давайте сюда уберем. Давайте в это. Итак. Я слышу, как наш режиссер грустно сидит у мониторов и думает, ну почему не я сейчас в эфире? Да, смотрите. Так, начинаем с огурца. С огурца. Это у нас немножко сложный ролл. Как он называется? Овощной ролл с крабом и с авокадо. Ага, так, отлично. Так, необычным образом вы начинаете резать. Почему именно вы так? Вы очищаете его или нет, нарезку? Нет, я должен слайсом нарезать, чтобы скрутить. Это будет у нас без риза, это как бы диетически, грубо говоря. Ага. Это будет такая наша основа. Огурец, да. Так. Мне кажется, для тех, кто вот действительно сейчас готовится активно к лету, вместе с Айс позанимался. Готовится активно к лету после того, как оно началось, да, уже? Да, он продолжает готовиться. Так. Да, кстати, мы недавно запустили этот ролл. И покупают очень хорошо. В основном девушки или мужчин тоже? Ну, в основном у нас 80% девушки покупают. Мужчины для девушек, я вам так скажу. Ну... Как говорится, весь финансовый поток идет от мужчин к девушкам и потом уже в магазины. Смотрите, аккуратно вот. Так, это что-то похоже на процесс изготовления бумаги. Да, я впервые такое вообще вижу, чтобы так нарезали огурец. Причем вручную, заметь. Так. А, кстати, интересно, какая толщина этого огуречка сейчас? Ну, не знаю. Мне кажется, несколько миллиметров. Вот. Это убираем, это уже, видите, не идет.
Дальше ну что, готовим, да? Да, готовим. Давайте. Итак, ну что, у нас есть слайс из огурца. Да. Берем. Нори. Нори. Кладем сверху. Да. Угу. И кладем краб. Это получается крабовые палочки, да? Да, 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 да. Так, это как основная начинка, как мясо, да? Внутри, да, 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 да. Ну, те, есть также много видов. С лосося можно сделать, с угрём сделать. Кстати, как вообще сами японцы относятся к тем роллам, которые у нас здесь в СНГ готовятся? Они, наверное, удивляются. Придумали мы, а популярно стало здесь. Придумали мы, а совсем по-другому готовят, и это еще и популярно. Да. Ну, в Японии же в основном суши готовят, у них как бы традиционное блюдо считается. А роллы уже придумали, почему вот Калифорния, Филадельфия, это придумали в Штатах. Кстати, насколько я знаю, вообще роллы это идут как закуска, правильно? То есть у них основное суши идет, а перед сушами еще мясная нарезка. Да, рыбы. Это сашими называется. Сашими. Да. То есть сначала они употребляют сашими, это просто чистое рыбное мясо, потом идет суши, и потом уже, если они не наелись, они доедают это все роллами. Да, да, да. Ага. Так, значит, все это правда. Пришло время для так, икры. Так, это икра, да? Да, да, да. А чья это икра? Да, какой рыбы это? Блин, производство точно не знаю. Это привозят с России, да. Это щучья или... А, летучие рыбы. Летучая рыба, ага. Смотрите, теперь авокадо нужно нарезать. Главное, мне кажется, чтобы авокадо был спелым. Да, 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 у нас спелый авокадо, блин, вообще сочное. Это залог всего. Кстати, как вы определяете авокадо? Ну, смотрите, нет, мы смотрим на то, что если она мягкая, значит она спелая. Снаружи, если мягкая, да? Да. Ага. Так. Как вы будете очищать? Я видела много разных лайфхаков, как правильно очистить. Нет, авокадо. Это уже зависит от спелости. Если она очень спелая, то кожа быстро раздирается. А, то есть можно даже самостоятельно, без там ложки и всего прочего нет. Очистить? Нет. Да вот смотри, буквально пальцами это все сдирается. Я дома привыкла ложку. Да? Значит, ты покупаешь не спелый авокадо. Возможно. Да. Ну, видите, если она спелая, то легко. Нежно все режется. Кстати, можете попробовать. Да? Спасибо. Попробуйте. Я оценю спелость авокадо. Давай, давай. Спелая. Супер. Так, отлично. Теперь вот так. И тебя заворачиваем. Да, аккуратно. Как это все аппетитно смотрится. Я так понимаю, это ваш авторский, да? Вы сами придумали рецепт? Да. Здорово. Какие еще есть у вас начинки для вот подобного ролла? Есть лосося, есть с угрём. Вот. В основном три вида. Теперь вот, вот как сказали, вот жопку отрезаем. Видите, почему отрезаем? Потому что торчит некрасиво. Так. Вообще, когда из жопки что-то торчит, это вообще некрасиво. Редко бывает, да, симпатично? Так, вот тут ваша тряпочка. Теперь также на 4 куска нарезаем. Ух ты. Вау. Мне кажется, нужно просто показать, как это смотрится в срезе. Сейчас мы, наверное, красиво это все так расставим и покажем. Вот видите? Вау. Вот уже овощной ролл с крабом готово. Главное, это все очень быстро сделать. Возможно, это мастерство. Да, 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 кстати. Но я думаю, даже если пару раз попробовать самостоятельно дома, через время, также за 5 минут у нас будет целый сет. Ну что, можно пробовать? Да, конечно, пробуйте. Я предлагаю показать, как это все выглядит в срезе. Так, потому что это очень красиво. Так, наверное, как вот. Давайте рукой вот так прям покажите. Вот. Овощной ролл с крабом и с авокадо. Итак. Ну что, давай, Даш, пробовать. Посмотрим, что это, как это. Попробуйте. Так, макать нужно? Так же нужно, да, макать или нет? Да-да-да, можно. Ага. Вообще, я, конечно, из тех, кто всегда очень много макает соус. Так. Я вообще раньше был из тех, кто в соевый соус добавлял васаби и добавлял имбирь. Но потом я понял, что, оказывается, это все неправильно. Нет, многие так кушают. Что скажете? 2 секунды. Я ничего не могу сказать. Ну.
Я слышу, как приятно хрустит огурец. На самом деле, я сам по себе огурцы не люблю. Но очень интересно, что здесь сочетание всего, плюс авокадо, плюс икра и крабовые палочки, это все классно сочетается. Очень необычно, правда. Я думала, я не особо люблю крабовые палочки, наоборот. И я подумала, ну, наверное, мне не понравится. Но в сочетании с авокадо, а я люблю авокадо, огурец прям вот. Изумительно. У нас вот сами где-то неделю назад запустили в меню. Сейчас хорошо покупают. Именно вот с авокадо и с лососем. Лосось у нас туда идет немножко острого соуса. И острый соус вкус придает такой. И намного лучше, мне кажется, с лососем. Ну, это, я думаю, хороший вариант такого летнего. Да. Летнего меню. Да. Ну что, вот такой у нас сегодня день суши. Отпраздновали, приготовили, попробовали. Почти сами приготовили. Благодаря такому прекрасному мастеру мы теперь знаем, как же готовить настоящие вкусные суши, роллы. Да. Узнали новый рецепт, классный рецепт. Для возможно... И даже это можно дома готовить. Я думаю, это не очень сложно. Главное приобрести вот эту вот красивую штучку с классным... Да-да-да. Макисона. Макисона, да. Еще раз дашь? Макисона? Макисона. Макисона. Это как будто бы прощание. Макисона. Да. Но мы продолжаем наш эфир и сейчас отправимся вместе с вами в путешествие.